Почему ЛСП можно, а нам нет? Что все нормально, просто это просто называется новая школа, чуваки. Ну что, как настроение, Воронеж? Спасибо, вообще я вижу вас пиздец много, и вы все очень, короче, разогретые. Будем сегодня нормальную вечеринку устраивать? Да, заебись. Угадайте, какая будет следующая песня? Это Disconnect. Поехали! Чуваки, давайте сделаем один шаг назад, тут просто впереди первые ряды очень давят, это очень неприятно.
Ну чё? Ребята, прежде чем мы начнем играть следующую песню, я хочу сказать, вообще сделать серьезное заявление. Быть малолеткой — это охуенно. А быть крутым уже давно не круто. Заебись в 2018 году быть хуёвым, как я. Быть уебаном, как я. Бесить всех своим внешним видом и своими песнями. Заебись. Мы продолжаем. Чтобы вы с самого начала въехали, что это за песня, и начали подбивать. Это такой, короче, конкурс на фанаты называется вообще. Давай. Мне всегда с тобой, дурак, ты с ума
Бригада! Мы не ангелы, живем мы на
Я вынесу диск, а крутая тебя.
Все, конечно, очень клево, но, пожалуйста, давайте сделаем шаг назад. Очень прошу. Реально падает вот этот заборчик, и никто не может ничего с этим сделать, потому что давление ужасное. Вы ударите маленьких девочек, которые впереди стоят. Реально, водичка, сейчас, мэн. Ну, бля, у нас больше, походу, нет. Витя, принеси нам еще водички. Он сделает. Витя, принеси еще воды. Чуваки, больше нету, извините. Выключите свет. Весь свет, пожалуйста. Спасибо. Достаньте свои фонарики. Опа. Надеюсь, вы сняли с какого-то бомжа. Мне очень идет.
Привет, Воронеж. Вы в Воронеже, да? Меня попросили что-то попиздеть. Пизжу. Раз. Оп-оп, как делишки, как детишки. Нормас. Починаємо пісню. Чи не починаємо? Воу! 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 Сесть в кружочек. Будет очень атмосферно. Вот прям сделать пикник. Можно еще даже разжечь костер. Песня пиздец, просто душевная, я ебал.
пацанами, как костялы, все взгляд на ножами. Теперь я сам делать вот так. В угол бросили тетрадки. Режиссер. Если ты меня слышишь, сделай, типа, два раза мигни. Сейчас, в общем, начнется песня. Нужно будет сделать полную тьму, короче. Мрак. Полный мрак вообще. Без света, темнота. Да. А когда... Да-да-да. А когда начнется припев, нужно будет сделать очень такой динамичный стробоскоп. А припев начинается с живых барабанов, когда они вступают. Сначала идет минус, потом живые барабаны. Окей?
Заебись, мы начинаем.
не могу дотянуться, мэн. Давайте сделаем круг. Слэмерский клуб, сейчас. Слэмерский клуб, давайте сделаем слэмерский клуб. Клуб, мушлух. И тут незаметно подкрался. Еще. И тут незаметно подкрался. Только уберите женщин и детей. И тут незаметно подкрался. И тут незаметно подкрался. Все, давай. Я бы больше суклею, а не говорю, на ее таблеток я бы, но ты на голову, а самый прикольный среди малолеток, мы с собой подъезд. Знакомьтесь, это Димка.
Дима, мой кент. Мы играем с ним с самого начала. Вообще пиздец, такой тип. У него, правда, уже есть почти жена, и он с нами почти не гуляет, но все равно он классный тип. Поаплодируем Димке. А это Андрюха, вообще такой тип. Он на самом деле, ну, пиздец, очень душевный человек. Вот, очень долго он не мог влиться в коллектив, но однажды мы побухали с ним в Харькове, обо всем поговорили и поняли, что на самом деле у нас были всего лишь какие-то там непонятки. Мы все решили, и теперь Андрюха наш кент. Ебать, заебись, сказал. А еще Андрюха заебатый артистичный гитарист, харизматичный артист и уважаемый артист, самое главное. А это Пашка. Паша Холодянский. Все слышали мой хит про Пашу Холодянского, правда? Паша Холодянский на самом деле лучший барабанщик СНГ, чтобы вы знали. Это сейчас, ну, реально, сейчас вообще без шуток. Паша, вместо того, чтобы развлекаться, он целыми днями ебашил, занимался в музыкальном училище на барабанах, потом шел бухал в говно, а потом просыпался и снова учил, то есть тренировался и достиг неебических высот. Паша может сделать такое, что смогут сделать реально единицы в мире. И это реально достойно уважения. А сейчас прозвучит ваша любимая песня. Я знаю, что ты.
Что, пацаны, еще хотите послабиться? Тогда сделайте максимальный круг. Песня звучит для всех, и особенно для этих пацанов, которые сейчас будут здесь все делать, всю движуху. Let's go.
сейчас прозвучит песня. Я однажды просто выложил ее в группу, я записал ее за 15 секунд на гитаре, просто на диктофон, и придумал за столько же секунд. И это получилась самая удачная песня из всего нашего творчества. Эта песня называется «Я сфотографирую ебало». Это грустная история о том, как один парень после того, как расстался со своей возлюбленной, сфотографировал свое ебало и выложил в интернет. Это на самом деле героический поступок. Давайте же покричим этому парню. Пожелаем ему удачи в любви. Я сфотографирую ебало, чтобы ты узнала. Сука, чтобы ты узнала, кого ты потеряла. Спасибо. И завершим мы этот вечер. Лирическая композиция. Давайте сделаем хлоп. Thank you.
В следующий раз мы приедем в какой-нибудь дворец спорта.